Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish в черном цвете 2012 года на бензиновом двигателе, объем 1,8 литра, мощностью 143 лошадиные силы, АКПП, передний привод. На автомобиле у нас имеется камера заднего вида, спойлер, хорошая резина, литые диски, ветровики, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 121 тысяча километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, тканевый. Три ряда сидений. Имеется мультимедиа, спорт-эко-режимы, климат-контроль, кондиционер, подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал, система курсовой устойчивости, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.